Краснодар продолжает жить в режиме обновления. Работы много, в порядок приводят тротуары, парковые зоны, подземные переходы. Напомню, в плане краевого штаба по благоустройству города реконструкция 14 из 18 городских подземных переходов. Работы ведутся практически без остановки, поэтому масштабное обновление пешеходных тоннелей сейчас уже практически на завершающей стадии. Строительные заборы, которые выставлены перед объектами реконструкции, задекорированы специальными разноцветными баннерами в стиле городских клумб с весенними цветами. Кроме того, особое внимание по-прежнему уделяется единому архитектурному стилю города. Убираются торговые точки и ларьки, которые портят внешний вид краснодарских улиц. Так, сегодня в районе ТЭЦ рабочие демонтировали магазин, который расположился прямо на троллейбусной остановке. Еще в 2008 году было принято судебное решение о его сносе. В мини-магазине промтоваров было все, от батареек до фоторамок. Теперь же от торговой точки практически ничего не осталось. Ларек хоть и небольшой, но мусора оставил после себя достаточно. Конструктив, то есть двери и окна, если не заберет собственник, будет вывезен на временную площадку хранения. Все остальное отправят на свалку. Такая же участь ждет еще три магазина по соседству. Пока что у собственников есть возможность вывести товар и оборудование. Уже завтра все ларьки на остановке ТЭЦ будут демонтированы. Процесс достаточно длителен. Именно по причине того, что, как правило, все вот эти магазины, они созданы как ласточкины гнезда, я их так называю. Приходится разбирать практически по запчастям. То есть по отдельным. Конструктива как такового нет. Поэтому процесс достаточно долгий. В Краснодаре в скором времени планируют обновить остановочные пункты. Дожидаться транспорт на новой трамвайной остановке краснодарцы могут уже на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской. Выполнена она в антивандальном стиле с подсветкой и электронным табло. Кстати, сиденья предназначены только для ожидания транспорта и вряд ли покажутся удобными для горожан без определенного места жительства. Лаконичные прозрачные комплексы на прочном каркасе – еще одно дополнение к формированию нового лица города.